Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такую замечательную пирамидку на липучке. То есть, смотрите, здесь 6 блинчиков разноцветных и между ними липучки. То есть, можно прикреплять, соединять, в принципе, в любом возрасте. Мне нравится именно такой вариант на липучках, тем, что можно даже самому маленькому ребеночку как бы играться. Это безопасно, мягко и интересно. В принципе, можно на таком вот варианте пирамидки научиться различать цвета, считать количество, то есть оно очень мягенькое, в то же время можно сделать как погремушку, так и просто вот такую вот классическую. Мне больше нравится вот такая пирамидка, чем на конусе, тем, что можно в принципе в любом расположении ее крепить, то есть не обязательно все по очереди в порядке возрастания, а и в любом другом, то есть мне очень нравится. Вот, довольно-таки, на мой взгляд, мило, и в зависимости от того, как вы сильно прижимаете к низу, она крепится, то есть не нужно никаких там особых усилий ребенку как бы придавать. Ну, в общем, честно говоря, мне нравится в виде развивалки вот такая замечательная вязаная игрушечка. Я увидела ее на ярмарке мастеров, мне довольно-таки заинтриговало такое вот, и я решила поделиться для тех, у кого есть дети. В принципе, до 2 лет. Я думаю, что такой игрушечкой до 2 лет можно вполне играться. И даже если будет растеряны некоторые детальки, все равно можно будет ей играться. В общем, кому интересно и понравилось, обязательно присоединяйтесь, свяжем с вами вместе. Для вязания я буду использовать пряжу чистого хлопка гипоаллергенный. Это Alize Belle. Разных цветов. Я буду использовать 7 цветов. Это у меня макушка и 6 блинчиков цветов. Вы можете использовать, в принципе, как 4, 5, 6, 7, хоть 10. В принципе, зависит все от вашего желания. Также от того, что вы будете использовать. То есть можете использовать какие-то остаточки свои. Допустим, вы вязали какую-то кофточку, шапочку, пинеточки, и у вас поставалось. Желательно берите либо одинаковых размеров пряжу, то есть одинаковой толщины, либо же смотрите уже по связанным блинчикам, что выше, что ниже будете прикреплять. Теперь вязать я буду крючком 1,75 мм. Наполнитель у меня будет Hello Fiber, его понадобится в принципе немного. Можете в макушку также бубенчик вставить, то есть для тех, кто хочет такой более тарахтушку. У меня это просто будет классическая пирамидка, немного мягенькая. Между блинчиками я буду вставлять вот такую вот липучку, то есть нам понадобится лента, либо есть такие вот пяточки диаметром где-то 2 мм, то есть можете взять вот эти пяточки липучки. Я буду ее делать из сплошной ленты, то есть я буду вырезать такие кружочки. Я, к сожалению, не нашла вот этих вот кружочков липучки, то есть я буду вырезать из цельной. Также нам понадобятся ножнички, иголочка для пришивания, сантиметр для измерения диаметра блинчиков. Конечно же, нам понадобится ваше хорошее настроение. Мы начинаем вязать. Для начала я предлагаю вам вырезать и подготовить себе вот такие вот липучки-медальончики. То есть мы вырезаем из ленты кружочки диаметром 2 сантиметра. Вот такие вот замечательные две половиночки, которые между собой липнут. И затем немножечко опалить краешки, чтобы они у вас не распускались. После того, как вы приготовите себе медальончики, можете распределить, чтобы вам было полегче затем, как у вас будут располагаться блинчики сверху вниз, либо снизу вверх, как вам удобно, поочередно. То есть, смотрите, у меня красный колпачок, затем за ним идет зеленый блинчик, за ним синий, желтый, розовый, фиолетовый и оранжевый. Я решила не по цветам радуги, так как у меня часто, в принципе, используются цвета радуги поочередно. Поэтому я решила немножечко здесь просто сделать такие вот разноцветные и не по цветам радуги. То есть просто разноцветные абсолютно в непроизвольном таком порядке. Вот, у меня красный колпачок будет делать такой вот небольшой шарик. Затем блинчики я буду делать, это обычные круги амигуруми, которые постепенно буду делать прибавления и обвязывать их между собой 2 кружочка. Немножечко у меня внутри будет Hello Fiber наполнитель, и затем я буду уже пришивать кверху и
к низу, так скажем, нашего блинчика вот такую вот липучку с обеих сторон, чтобы между собой просто крепилось. Я для начала начну, так как у меня ниточки одинаковой толщины, то я начну с самого большого блинчика и затем буду делать прибавление на одно меньше в каждом последующем, то есть я начну с нижнего блинчика, затем постепенно пойду пирамидкой вверх. Вот, и затем сделаю красный колпачок и все, в общем, подготовлю. Это я так, для общего сведения вам, что я сейчас буду делать, проговорила. И мы начинаем вязать самый нижний блинчик, он у меня оранжевый. Поэтому беру ниточку оранжевого цвета и приготовьте сначала небольшой краешек или кусочек вот такой вот другой ниточки. То есть просто ниточки другого цвета, либо же можете взять пластиковый маркер, как кому удобно. Мы будем отмечать вот этой ниточкой рядочки. Берем между большим и указательным пальчиком, зажимаем краешек ниточки и обхватываем одним оборотом указательный палец левой руки. Теперь захватываем крючком ниточку рабочую и делаем вот такую воздушную петельку. Мы закрепили колечко и теперь в колечко набираем 6 столбиков без накида. Я буду вязать самым обычным способом. Ныряем в колечко, захватываем рабочую ниточку и продеваем сквозь 2 петли на крючке рабочую ниточку. Первый столбик точно так же делаем. Второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку на крючке, стягиваем колечко. Стягиваем плотненько, чтобы не было никаких дырочек посерединке. Теперь, что я делаю? Нам нужно во втором ряду добавить в каждую петельку предыдущего столбика по 2 столбика без накида провязать, то есть сделать по прибавочке. Я нахожу первые 6 петелек, то есть из 6 столбиков предыдущего ряда первый столбик. Затем кладу на него вот этот краешек ниточки, я буду его завязывать постепенно. И провязываю в первую петельку 2 столбика без накида, то есть делаю прибавление. Первую петелечку 2 столбика, далее во вторую петелечку 2 столбика, первый сюда же второй. Третью петелечку 2 столбика, первый столбик сюда же второй. Четвертую петелечку, первый столбик, сюда же второй. Пятую петелечку, тоже первый столбик, сюда же второй. И в шестую, последнюю петельку предыдущего ряда столбика, первый столбик и сюда же второй. В конце второго ряда у нас по кругу 12 столбиков без накида или 12 петелек. Теперь в третьем ряду мы будем чередовать столбик без накида в первую петлю, во вторую 2 столбика без накида, то есть делать прибавление через столбик. Для этого я предлагаю вам уже взять ниточку другого цвета и поставить, вот так вот отметить начало ряда, как бы наш маркер. Теперь чередуем в первую петельку, вяжем столбик без накида, во вторую петельку 2 столбика без накида в одну петлю. То есть делаем прибавление в каждую вторую петельку. Далее в третью петлю столбик, в четвертую 2 столбика, в пятую петельку столбик, в шестую 2 столбика, в седьмую столбик, в восьмую 2 столбика, в девятую столбик, в десятую 2 столбика. В одиннадцатую петельку столбик и в последнюю 12-ю петельку в ряду 2 столбика без накида, то есть прибавочку в одну петлю делаем. Итак, мы связали третий по счету ряд. У нас по кругу добавилось 6 столбиков без накида, то есть по кругу 18 связанных столбиков без накида. Вытаскиваем нашу ниточку маркер, переносим в начало следующего ряда. Теперь мы будем чередовать уже 2 столбика без накида в каждую петелечку по столбику в первую, вторую, а в третью делать прибавление, вязать 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, в первую петлю столбик, во вторую столбик, в третью петлю прибавочку 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик, в следующую петлю столбик, в третью петлю 2 столбика без накида в одну петлю.
Далее столбик в следующую петлю, столбик в следующую петлю, третью петелечку, 2 столбика, то есть прибавочка. Столбик в следующую петлю, столбик, третью петлю, 2 столбика без накида в одну петлю. Столбик, столбик, и в третью петелечку 2 столбика в одну петлю. И последний раз столбик, столбик, в следующую петлю, в третью, 2 столбика без накида в одну петелечку. У нас связан четвертый ряд, добавилось снова 6 столбиков без накида. Поэтому по кругу у нас 24 связанных столбика без накида. То есть в каждом последующем ряду увеличивать наш кружочек мы будем на 6 столбиков в каждом ряду. Поэтому будем между прибавлениями добавлять в каждом ряду по столбику. То есть мы вязали столбик прибавления. Сейчас вязали в четвертом ряду 2 столбика прибавления. В пятом ряду будем вязать 3 столбика и делать прибавление. Итак, в первую петлю столбик, во вторую петлю столбик, в третью петлю столбик, а в четвертую делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик 1, столбик 2 в следующую петлю, столбик 3 в следующую петлю, а в четвертую делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. И так снова повторяем. Столбик в следующую петлю, столбик, в следующую третий столбик, и в четвертую петлю делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик 1, столбик 2, столбик 3, и в четвертую петлю столбик 4 и 5 в одну петлю. Снова столбик без накида 1, в следующую петлю столбик без накида 2, в третью столбик без накида 3, а в четвертую петелечку делаем 2 столбика без накида в одну петлю. То есть делаем прибавление. И последний шестой раз столбик 1, столбик 2, столбик 3, и в четвертую петлю делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. У нас связан по счету пятый ряд, и по кругу у нас 30 столбиков без накида. Переносим наш маркер в начало шестого ряда и снова будем добавлять между прибавлениями столбик. Сейчас было чередование 3 столбика прибавления. Значит, в шестом ряду мы вяжем 4 столбика и в пятый столбик делаем прибавление. В первую петлю столбик, во вторую петлю столбик, третью петлю столбик, четвертую петлю столбик, а в пятую петлю делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Повторяем. Столбик, 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 то есть 4 столбика, и делаем прибавление. 2 столбика без накида вяжем в одну петлю. Повторяем третий раз. Столбик, 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 и в пятую петлю, пятый и шестой столбик вяжем в одну петелечку. Четвертый раз столбик 1, в следующую петлю столбик 2, в следующую петлю столбик 3, в следующую петлю столбик 4. Пятый и шестой столбик без накида — это прибавочка в одну петлю. И так еще повторяем два раза. Столбик 1, столбик 2, столбик 3, столбик 4. И пятый столбик делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Последний шестой раз. Столбик 1, столбик 2, столбик 3, столбик 4. И делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Шестой ряд связан по кругу, 36 столбиков без накида. Седьмой ряд. Уже добавим между прибавлениями еще один столбик. Поэтому вяжем первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий, в следующую петлю четвертый, в следующую пятый. А в шестой вяжем 2 столбика без накида, то есть делаем прибавление. Далее снова столбик 1, столбик 2, столбик 3, столбик 4, столбик 5. А в шестой делаем прибавление. 2 столбика без накида делаем в одну петлю. И так чередуем до конца ряда. 5 столбиков без накида, в шестую делаем прибавление. И так еще 4 раза до конца ряда. Столбик 1, столбик 2, 3, 4, 5. И делаем прибавление. 2 столбика без накида
в одну петлю. Вяжем до конца ряда. Довязали до конца 7 ряда. По кругу у нас 42 столбика без накида. Переносим маркер в начало 8 ряда. И уже добавляем между прибавками еще один столбик. То есть чередуем 6 столбиков без накида. В 7 делаем прибавление. В первую петлю первый столбик, во вторую второй столбик. В третью петлю третий, далее четвертый, пятый, шестой. А в 7 петлю предыдущей прибавочки делаем тоже прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Если вы присмотритесь, уже четко видно вот такие вот полосочки прибавлений предыдущих рядочков. И у нас прибавочки, если вы делали все правильно и считали правильно, то у нас прибавочки предыдущих рядочков идут друг над дружкой каждый последующий ряд прибавочек. То есть первая вот прибавочка в ряду, вторая прибавочка, третья, четвертая, пятая и шестая. В каждом ряду мы добавляли по 6 столбиков. То есть между прибавлениями добавляли по одному столбику. И вот если все правильно, то у вас точно так же четко должно видно, как у меня вы. Итак, мы связали первый раппорт, далее второй раппорт вяжем столбик в первую петлю, во вторую второй столбик, в третью петелечку третий столбик, в четвертую четвертый, в пятую пятый, в шестую шестой, а над прибавочкой предыдущего ряда 7 и 8 столбик вяжем в одну петлю, то есть делаем прибавочку в нынешнем ряду. Снова столбик 1, столбик 2, столбик 3, 4, 5, 6, а затем делаем прибавочку. Итак, чередуем 6 столбиков без накида в каждую петлю по столбику. И в 7 петлю делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, еще 3 раза. Восьмой ряд довязан до конца, переносим маркер в начало 9 ряда. По кругу в 8 ряду у нас 48 столбиков без накида. В 9 мы добавляем снова между прибавлениями 1 столбик, поэтому вяжем в первую петлю столбик, во вторую петлю столбик, в третью, четвертую, пятую, шестую и в 7 петлю по столбику без накида. Далее идут прибавочки в предыдущем ряду, поэтому получается 8 и 9 столбик мы вяжем в одну петлю, то есть делаем прибавление. Продолжаем. Первый столбик, столбик, второй столбик, столбик, то есть третий столбик предыдущего ряда, в четвертый столбик, пятый, шестой и седьмой. Связали 7 столбиков без накида подряд. А затем делаем прибавление. 8 и 9 столбик без накида вяжем в следующую петлю. То есть 8 петлю 2 столбика без накида. Столбик 1, столбик 2, столбик 3, столбик 4, столбик 5, столбик 6 и столбик 7. А над прибавочкой предыдущего ряда в 8 петелечку мы вяжем прибавочку в этом ряду. 2 столбика без накида в одну петлю. То есть снова прибавили между прибавочками 1 столбик. Теперь уже чередуем 7 столбиков без накида и делаем прибавочку. 7 столбиков прибавочка. Так до конца 9 уже ряда. В конце 9 ряда у нас по кругу 54 столбика без накида связано. Переносим маркер в начало следующего ряда, то есть уже по счету 10. И начинаем еще со столбиков без накида, прибавляя 1 столбик между прибавками нашими. В 10 ряду вяжем столбик в первую петлю, в следующую петлю второй, далее третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. 8 столбиков, затем делаем прибавочку. 2 столбика без накида в одну девятую петлю. Столбик. И сюда же второй столбик. Снова 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А в следующую петлю над прибавкой предыдущего ряда вяжем прибавку в этом ряду. 2 столбика без накида в одну петлю. И так чередуем до конца ряда. 8 столбиков без накида, прибавка. 8 столбиков без накида, прибавка.
Десятый ряд довязан, и у нас по кругу 60 столбиков без накида. Переносим маркер в начало 11 ряда, добавляем снова между прибавлениями столбик, поэтому вяжем уже 9 столбиков без накида и делаем прибавочку. В первую петлю первый столбик, во вторую петлю второй столбик, далее третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. А в десятую петелечку над прибавкой предыдущего ряда вяжем прибавку в этом ряду. Десятый и одиннадцатый столбик вяжем в одну петлю. Снова 9 столбиков без накида. В десятую петлю делаем прибавочку. Десятый и одиннадцатый столбик в одну петлю. То есть здесь уже, я думаю, что ничего сложного не составляет. Вы просто видите над прибавками предыдущего ряда прибавочку. Делаем и в этом ряду. То есть вот она прибавочка над предыдущим, вот она рядом, последующая прибавочка. И снова 9 столбиков, прибавка, 9 столбиков, прибавка. Вот такой наш 11-й последний ряд с прибавлениями. Вяжем до конца ряда, чередуя 9 столбиков без накида, прибавка, 9 столбиков без накида, прибавка. Итак, я связала 11-й последний ряд с прибавлениями, поэтому по кругу у меня 66 столбиков без накида. Больше увеличивать я не буду. Ставим маркер в начало ряда, и нам нужно обвязать этот ряд столбиками без накида. То есть каждую петелечку мы вяжем по столбику, и в конце этого ряда у нас должно быть также 66 столбиков без накида, как и после последней прибавочки. То есть в местах, где мы делали прибавление, мы вяжем только один столбик без накида. То есть прибавочек не делаем, а просто вяжем в каждую петелечку по столбику без накида всего один последний 12 ряд. Я связала по кругу каждую петелечку по столбику, ничего не добавляя. Вот, и поэтому по кругу у нас осталось 66 столбиков, как и в начале 12 ряда. У нас было, ну то есть по окончании провязывания прибавочек в 11 ряду. Теперь смотрите, нам нужно сделать соединительный столбик в следующую петелечку и вытянуть краешек ниточки на изнаночную сторону. Затем отрезаем ниточку. И вот что у нас должно получиться. Смотрите, вытащили мы на изнаночную сторону краешек ниточки. И теперь связываем, просто связываем начало амигуруми, вот этого стягивания, и краешек. То есть просто, ну, вместо того, чтобы прятать ниточку, я, честно говоря, вот так вот схалтурила, и мне кажется, что узелочек просто не развяжется, и больше вероятность того, что не распустится игрушка. Вот, я просто завязываю вот такой вот самый обычный узелочек, и, ага, не получается у меня так быстренько, но суть такова, что я просто не хочу где-то его там завязывать, прятать. Он мне, в принципе, не мешает и не нужен. Вот такой получается у меня блинчик. И нам их нужно связать 2 штучки. То есть аналогичным способом вяжем второй блинчик. Я уже с вами вязала второй, поэтому вытаскиваем мы маркер и продолжаем вязать. Смотрите, мы теперь стороной верхушки, там, где у нас видны прибавления, кладем вот так вот под низ, а с этой стороны верхушка вот так. То есть получается вот таким вот образом, чтобы у нас макушка, лицевая сторона была с обеих сторон. А теперь что мы делаем? Смотрите, мы подтягиваем со второго связанного блинчика последнюю крайнюю петельку и вместо соединительного столбика просто вводим крючок в эту петелечку, в следующую. И вот здесь наша первая петелечка, перед тем, как мы делали соединительный столбик, вот смотрите, вот так вот. То есть в зеркальном отображении получается у нас, ну не совсем, но суть такова. И делаем столбики без накида. В каждую петелечку мы будем вязать по столбику без накида. Но чередовать будем, смотрите, в первую петелечку мы связали столбик, а в следующую петелечку этого блинчика и зеркально отображенного мы будем вязать 2 столбика без накида в одну петлю. То есть как бы делать, чередуя столбик без накида, прибавочка, столбик без накида, прибавочка.
То есть вот так вот будем обвязывать в каждую петелечку одного блинчика и второго. То есть как бы соединять, сшивать их будем. И постепенно чередуем столбик 2 столбика, столбик 2 столбика. Почему так? Для того, чтобы наш вот этот, так сказать, блинчик не стягивался, не сужался. То есть я вот такой вот, скажем, нашла для себя компромисс, для того, чтобы у меня не выгинался ни в какую из сторон вот этот кругляшек. И чередуем за две стеночки, сшиваем их. Я вам сейчас сошью и буквально немножечко покажу, как это будет выглядеть. Сшиваем мы с лицевой стороны. У нас вот такое ребро должно получиться. Посмотрите, нигде у нас не видно просвета. Все довольно-таки плотненько. И ровненький, красивенький кружочек получается. То есть сшиваем вот так вот за обе стеночки в каждую петлю обеих сторон. И чередуем столбик, 2 столбика, столбик, 2 столбика. Я думаю, что здесь абсолютно ничего сложного не должно быть. Я думаю, каждый из нас сшивал хотя бы раз вот таким способом. Просто обычные столбики без накида, как мы с вами вязали кружочки, амигурумчики, так и сшиваем за обе стеночки обоих сторон, делая ребро. И так вот чередуем столбик, 2 столбика, столбик, 2 столбика. И сшиваем где-то приблизительно 5 рапортов, вот так вот. Шестой мы не дошиваем, для того, чтобы немножечко нам его наполнить. То есть вот так вот продолжаем пока чередовать столбик, 2 столбика, 5 рапортов. Как понять, где рапорты? У нас каждый кружочек состоял из 6 рапортов, и мы добавляли по 6 столбиков. Вот они у нас видны. Смотрите, вот такие вот треугольнички. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот сшиваем 5 таких треугольничков, 6 пока оставляем недошитый. Делаем вот такие вот ребра, или как сказать, вот такие вот сшитые краешки. Но пока не дошиваем один рапорт. Вот я, как и говорила, не дошивала шестую часть. И теперь беру я свой наполнитель и наполняю. Ну как, наполняю не так, чтобы был шариком, а именно такой плоскенький. Немного придаю ему форму, вот такому блинчику. Получается такой вот слегка объемный, но и в то же время он не должен быть набитым. То есть максимально наполняйте бока. Он должен быть плоский, но и в то же время такой вот немножечко как объемный. То есть он плоский, но объемный. И немного вот так вот по краям его наполняете. То есть не сильно, чтобы много он был наполненный, а имел красивую форму. Я вот немножечко буквально добавлю еще. Это у меня самый большой блинчик. Диаметр его 7,5 сантиметров. Он не совсем большой, то есть такой вот размер у него получается небольшой. Я еще, пожалуй, немножечко добавлю. Вот. И это, пожалуй, все. Все, вот я на ваших глазах сколько наполнила. Вот так, я думаю, будет достаточно. Немножечко мы еще его придавим после того, как мы его дошиваем. Поэтому я предлагаю дошивать вот это отверстие, которое осталось. Я дальше продолжаю столбик чередовать 2 столбика в каждую петельку. И у меня получается вот такой вот рубчик по всей окружности этого блинчика. Вот так вот я дошиваю до конца. В конце у нас немножечко здесь, возможно, снизу будет меньше петелек, чем сверху. Такое тоже возможно, ничего страшного. Пусть у нас, конечно, и было одинаковое количество столбиков сверху и снизу,
Вот, так как они аналогичные. Но бывает такое, что где-то там два раза прошили, где-то один раз. Ну, то есть ничего абсолютно страшного, никто это считать не будет. Это чисто для того, чтобы он не был такой вот разносторонний, разнобочковой. Вот. И я вот здесь вот нахожу буквально, чтобы сделать последние столбики. Вот, продолжаю чередование. Нахожу, чтобы здесь ни в коем случае не оставалось снизу дырочки. Будьте внимательны, когда зашиваете, не должно быть дырочки. Хотите, несмотря на то, что последний у нас там столбик или два столбика, как у вас по чередованию получилось, то можно последний столбик, несмотря на то, что там должен быть один-два, сделать. Для того, чтобы наверняка, ну, как бы прошить. Вот, итак, я делаю последние два. Затем пропускаю я одну петельку и в следующую вяжу соединительный столбик. То есть уже по кругу я пропустила одну петлю и в следующую сделала соединительный столбик. Теперь я вытаскиваю ниточку, оставляю нитку для пришивания где-то сантиметров 20-25. Отрезаю, вытаскиваю краешек. Вот она у меня получилась, ниточка для пришивания именно вот этой липучки. То есть я оставляю ее сразу для того, чтобы пришить липучку, и вытаскиваю вот так вот вниз свой соединительный столбик, вот так вот, соединительную петельку, и немного призатягиваю. То есть смотрите, у меня затянулось, все краешки получились максимально красивые, и теперь можно наш блинчик вот так вот придавить, прираспределить немножечко, то есть чтобы все было ровненько, красивенько и аккуратненько. Вот смотрите, какой он у меня получился объемный, и не в то же время не пышный он у меня. То есть довольно-таки приплюснутый. Смотрите, еще раз повторюсь. У меня сейчас последний оранжевый блинчик. Прибавки я делала до 66 столбиков по кругу. То есть делала кольцо амигуруми и затем из него вывязывала круг из 66 столбиков. Это самый большой. Следующий у меня будет прибавочки фиолетового цветом я буду вязать блинчик до 10 ряда, то есть до 60 столбиков без накида по кругу. То есть у меня будет диаметр 7 сантиметров. Розовый следующий я буду до 9 ряда, то есть с каждым последующим блинчиком вверх я буду уменьшать на 1 ряд прибавлений. То есть смотрите, последний у меня состоял до 11 ряда прибавления, а затем я перевязала столбиками без накида. Следующий 10 фиолетовый будет, то есть до 10 ряда 11 обвязанный столбиками без накида, розовый до 9, до 54 обвязанный столбиками без накида, желтый до 48, то есть до 8 ряда, затем 9 обвязать столбиками, синий до 7 ряда 42 столбика, зеленый до 6 ряда 36 столбиков, 7 я обвяжу столбиками без накида. И в общем, пожалуй, вот эти 6 блинчиков мне будет достаточно. И самый верхний красный колпачок у меня будут прибавления всего до 24 столбиков без накида. То есть я свяжу 4 ряда прибавления, а затем буду уже вывязывать верхушку колпачка и заканчивать. Это я вам сейчас уже покажу. Я думаю, что самостоятельно вы блинчики вот такие вот сделаете. То есть обвязываете, делаете прибавочки, обвязываете столбиками, делаете 2 штучки и сшиваете, немножечко наполнив внутренность. Думаю, что здесь труда не составит. Мы затем будем пришивать вот такие кружочки в каждую серединку. А так как это самый низ, мы нижнюю сторону не будем трогать, пришивать. А с каждым последующим блинчиком делать будем и сверху кружочек, и снизу. То есть вот так вот, чтобы с обеих сторон крепились другие цвета. Итак, в общем, делаем блинчики, заново отматываем видео. И делаем вот такие вот кружочки. Еще раз повторюсь, с каждым последующим верхним кружочком у вас диаметр будет на пол сантиметра меньше. И плюс вы будете делать на ряд меньше. Соответственно, 66 столбиков по кругу, затем 60 будет, 54, 48, 42, 36. И обвязываете столбиками, затем сшиваете.
сделали блинчики на свое усмотрение. На каждом я оставила небольшой кусочек ниточки для того, чтобы пришить липучки. И у меня остался один единственный нетронутый красный цвет, которым я буду делать макушку. Красным цветом делаем кольцо амигуруми. Как всегда, обматываем указательный пальчик левой ручки и набираем в него 6 столбиков без накида. Итак, первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку, стягиваем колечко. Теперь в каждую петельку сделаем по прибавлению, то есть по 2 столбика без накида провяжем в каждую петлю предыдущего ряда столбиков. Итак, первая петля, первый столбик, сюда же второй. Вторая петля, первый столбик, сюда же вяжем второй. Третья петля, первый столбик, сюда же второй. Четвертая петля, первый столбик, сюда же вяжем второй. Пятая петля, первый столбик, сюда же второй. И шестая петля, первый столбик, сюда же второй. В конце второго ряда у нас прибавилось 6 столбиков без накида в ряду, поэтому в конце второго ряда 12 столбиков, связанных по кругу. Теперь мы чередуем столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. То есть все делаем то же самое. Предлагаю вам не отмечать начало ряда отдельной ниточкой, а просто вытаскиваем вот эту ниточку, краешек, который мы обвязали, и чередуем столбик в первую петлю, во вторую петлю, 2 столбика без накида в одну. Снова столбик, в следующую петлю 2 столбика. Столбик, 2 столбика. То есть делаем все то же самое, что делали до этого. Просто мы сейчас, я еще раз напомнюсь, будем делать прибавление всего лишь до 4 ряда. Итак, столбик, 2 столбика, столбик, 2 столбика. И последний раз 6 столбик и 2 столбика. В конце ряда 3 18 столбиков без накида. И сейчас мы с вами сделаем последний ряд прибавления, чередуя 2 столбика без накида в каждую петлю по столбику, а затем делаем прибавление. То есть столбик вяжем в первую петлю, во вторую петлю столбик, а в третью петлю делаем прибавление. 2 столбика без накида делаем в одну петлю. Снова столбик, в следующую петлю столбик, и в следующую петлю 2 столбика. Столбик, столбик, 2 столбика. Так надо сделать 6 раз, увеличив 4 ряд до 24 столбиков по кругу. Столбик, столбик, 2 столбика. И последний раз увеличения. Столбик, столбик, 2 столбика. Мы связали 4 ряда прибавления, получился вот такой замечательный кружочек. Теперь нам можно сделать, в принципе, еще один ряд увеличения до 30 столбиков без накида. А в принципе можно и не делать. То есть вы хотите, можете, для тех, кто любит побольше кружочек сверху, ну то есть, допустим, вот возьмем самый маленький блинчик. Можете сделать вот такое вот маленькое, то есть вот такой у вас будет маленький кружочек сверху. Хотите, можете еще увеличить. Может, в принципе, я сейчас смотрю, что мне хочется, наверное, больше вот этот колпачок. Поэтому я сделаю еще один ряд прибавления, чередуя 3 столбика без накида и делаем прибавочку. В первый столбик столбик, во второй столбик столбик, в третий столбик столбик. А в четвертую петлю вяжем прибавочку, 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик 1, в следующую петлю столбик 2, в следующую петлю столбик 3. А в следующую делаем прибавление, 2 столбика без накида вяжем в одну петлю. Так нам нужно сделать 6 раз для того, чтобы прибавить в ряду на 6 столбиков. Итак, над прибавочкой предыдущего ряда я вяжу прибавочку, а так между прибавлениями вяжу 3 столбика без накида. А снова прибавочка. И так еще сделаю 2 раза. Столбик 1, столбик 2, столбик 3. Прибавочка.
И последний, шестой раз, столбик 1, столбик 2, столбик 3. И последняя прибавочка. По кругу у нас 30 столбиков без накида. Пожалуй, так даже, наверное, красивее и удобнее получится. Мы сделали донышко нашего колпачка. Сейчас я вам предлагаю связать 5 рядочков столбиков без накида по кругу, без прибавлений каких-либо. То есть, смотрите, сейчас по кругу 30 столбиков связано. Нам нужно связать 5 рядочков. То есть, фактически 30 столбиков без накида умножаем на 5 рядочков, получается 150 столбиков без накида. Можно отметить начало ряда и отсчитать 5 связанных рядочков. А можно просто сразу отсчитывать 150 столбиков без накида, если вы уверены, что вас ничего не отвлечет. Итак, я начинаю считать 150 столбиков без накида. Мне так, пожалуй, удобнее. Вяжем 5 рядочков без изменения в каждую петелечку по столбику. Итак, первый, второй столбик, далее 3, 4. У нас здесь идет прибавочка, мы в нее просто столбик вяжем, пятый. Далее 6, 7, 8, 9. Снова прибавочка, мы в нее 10 вяжем. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 и 150. Все, 5 рядочков связаны. И вот получился у нас вот такой вот колпачок, шапочка. И чтобы ее закончить, эту шапочку, как бы сделать такой вот кружочек, нам нужно сделать убавление. То есть, смотрите, мы закончили делать прибавление на пятом ряду, прибавив последний раз, чередуя, вот он наш последний ряд прибавлений. Сейчас я вам скажу, 3 столбика без накида в четвертый делали прибавление, то есть 30 столбиков получилось. Точно так же в обратном направлении мы будем делать убавление. То есть мы сейчас будем чередовать 3 столбика без накида, 5 и 6 провязывать с общей вершиной. Начинаем. Можем отметить начало ряда, чтобы не запутаться. Я возьму кусочек ниточки, как всегда, другого цвета. Отмечу начало ряда. И сейчас вяжем 3 подряд столбика без накида. Первую, вторую, третью петлю по столбику. Столбик 1, следующую петлю столбик 2, следующую столбик 3. А четвертую, пятую делаем либо 2 полустолбика незавершенных, вот так вот, с общей вершинкой, либо за передние стеночки только захватываем 2 столбика, первый, второй, и вяжем столбик без накида за только передние стеночки. Я буду вязать вторым способом, мне так удобнее. Итак, повторяем: первый столбик, второй столбик, третий столбик, а четвертый, пятый захватываю только передние стеночки и провязываю столбик без накида. Снова первый столбик, второй столбик, третий столбик, а четвертый, пятый делаем убавление. За 2 передние стеночки вяжем столбик без накида. 1 столбик, второй столбик, третий столбик, убавление. 2 столбика вяжем с общей вершиной или просто за передние стеночки 2 столбиков, столбик без накида. И еще раз. Столбик 1, столбик 2, столбик 3, убавление. 2 столбика за передние стеночки захватываем, вяжем 1 столбик без накида. Последний, шестой раз. Вяжем 3 столбика, убавление. 1, 2, 3. Вяжем убавление.
за 2 передние стеночки, захватываем 2 полупетелечки передние, вяжем столбик без накида. Убавили в этом ряду 6 столбиков, у нас по кругу 24 столбика без накида. Переносим нашу ниточку в начало ряда. Теперь будем чередовать 2 столбика без накида, убавление, 2 столбика, убавление. В первую петелечку столбик, во вторую петелечку столбик, а третью и четвертую вяжу за передние стеночки, как и в предыдущем ряду. Столбик без накида за 2 передние стеночки, то есть делаю убавление. Это раз. Далее столбик, следующую петлю столбик, убавление. Это 2. Столбик, столбик, убавление делаю. Это 3. Поворачивайте, как вам удобно. Столбик, столбик, убавление делаю. Это 4. Так нам надо 6 раз сделать. 6 убавлений, и в итоге у нас останется в этом ряду 18 столбиков по кругу. Столбик, столбик, убавление. И вот последний раз остается столбик, столбик, и делаем убавление. 2 столбика вяжем за передние стеночки. Столбик без накида. Или 2 столбика без накида с общей вершиной. У нас по кругу осталось 18 столбиков. Чтобы теперь нам не путаться, можно вот эту ниточку нижнюю отрезать, чтобы она нам не мешала. И теперь предлагаю взять наполнитель. Либо если у вас это какая-то погремушка-тарахтушка, то обязательно ее вложите. Может какой-то звоночек такой ненавязчивый, чтобы был. И наполняем вместе с наполнителем вот так наш шарик. Наполняем мы его довольно-таки плотненько, чтобы он имел красивую форму. В отличие от блинчика, он должен быть красивым, объемным, кругленьким, таким красивеньким. В общем, не просто приплюснутым или сдавленным. В общем, наполняем его мы аккуратненько. Я предлагаю вам сейчас на данном этапе не сильно набивать, а еще свяжем рядочек, и тогда уже наверняка, потому что отверстие станет меньше, и наполнитель меньше будет вытаскиваться. Поэтому предлагаю вам еще связать один ряд, и тогда уже плотненько наполнить. Итак, мы чередовали с вами столбик, столбик, убавление, а сейчас будем чередовать просто один столбик без накида в первую петлю, а затем делать сразу же убавление, то есть второй и третий столбик вязать с общей вершиной или за передние стеночки. Столбик, столбик, убавление просто чередуем. Если в предыдущем ряду мы чередовали 2 столбика убавления, то снова убираем столбик между убавлениями. Итак, сделали столбик, вяжем убавление, столбик, убавление. Итак, нам нужно сделать 6 раз в этом ряду, тем самым убавив 6 столбиков по кругу, чтобы в конце связанного этого ряда уже оставалось всего лишь 12 столбиков или 12 петелек по кругу. Будет отверстие меньше, и будет удобно нам его наполнять. Итак, столбик убавления, столбик убавления. Чередуем до конца ряда, поворачиваем, как вам удобно. И у меня остается последний раз, 6-й. Вязать столбик и убавление. Связали до конца ряда. По кругу у нас 12 столбиков. Маркер я вытаскиваю, привытягиваю крайнюю петельку, чтобы у нас было удобно и не вытаскивалось ничего. Теперь мы наполняем. Помогаем себе ножницами, либо же пальчиком, у кого пальчики тоненькие, маленькие. Вот, и вот так вот хорошо распределяем на боковые стороны наш наполнитель. То есть, чтобы красивенький у нас был верхний колпачок пирамидки. Имел форму красивую. И, как вы помните, в детской обычной пластиковой пирамидке верхушка обычно или такая красивая круглая, или такая конусообразная.
Вот в данном случае у нас вязаная она кругленькая, поэтому она должна иметь очень красивый вид. Честно говоря, я видела очень много разных пирамидок в интернете, но остановилась именно на этой. Она очень простая в выполнении, я думаю, справится даже начинающий с ней. И очень такая интересная, на свой взгляд, такая необычная, я бы сказала. То есть обычная пластиковая пирамидка одевается на длинный конус и имеет такие вот бубликовидные насадки разноцветные. То здесь мне понравилось тем, что именно вот такими вот блинчиками идет и между собой крепится. То есть удобно и считает ребенку, то есть он может как по порядку слаживать, так и в любой для себя вид. То есть если, например, конусы не позволяют одеть в другом направлении, в каком-то вот эти вот бублички, то здесь мне понравилось тем, что ребенок сам как хочет, так себе в принципе и складывает. Это тоже, ну, для меня это как бы более по вкусу мне, чем обычная конусная пирамидка пластиковая. И, соответственно, такой пирамидкой безопасно играться прежде всего, не ударится ребенок ни обо что. И, конечно же, очень классная эта пирамидка тем, что развивает моторику, то есть пальчиками вот эти вот пупырышки вязаные перебираются. Это большой плюс, ну то есть это для развития ребенка большой плюс. Итак, в общем, вот он у меня такой вот красивенький шарик получился. Можно, конечно же, еще буквально немножечко для полного, так скажем, объема еще вставить немного наполнителя. Можно не делать. То есть смотрите уже на ваше усмотрение. Может, вы тоже хотите какую-то приплюснутую сделать макушку. Вот. То, конечно же, здесь уже смотрите, сильно не набиваете. И, в общем, нам осталось всего лишь сделать подряд 6 убавлений. То есть закрыть вот эти наши 12 столбиков по кругу. Поэтому снова возвращаем крайнюю петельку на крючок. И делаем подряд, без столбиков, 6 убавлений. То есть я делаю, как всегда, за передние стеночки по 2 полупетли 6 раз. Можете делать просто с общей вершиной подряд 2 столбика. Итак, первое убавление, второе убавление. Далее, третье убавление делаю. Можете затягивать, чтобы было удобно. Четвертое убавление. Пятое убавление. И шестое, последнее убавление. Теперь делаем соединительный столбик в следующую петельку. И вытягиваем ниточку. Оставляем где-то кончик сантиметров 20 для пришивания липучки. Вытаскиваем краешек, он нам больше не нужен. Можем вытащить вот так вот на серединку краешек. Если хотите, можете вдеть ниточку в иголочку, вот этот краешек, и стянуть петельки для того, чтобы наполнитель ваш не вытаскивался. Но в принципе я считаю, что здесь через такое отверстие наполнитель не будет вытаскиваться. Плюс у нас здесь будет вот такая пришитая липучка. Поэтому здесь ничего особо, я думаю, не поменяется. В принципе, можно липучку и поменьше сделать. Ну, тут же уже, опять же, как ваша фантазия вам подскажет, как вам понравится, не понравится. Вот. И вот этой краешком будем пришивать, краешком ниточки, пришивать вот эту макушку. То есть, если взять зеленый, допустим, он у меня самый верхний блинчик, вот так получится вот такая макушка. На мой взгляд, очень даже симпатично получается. Для ребенка очень разноцветно и интересно. Все, наши детальки готовы. Поэтому сейчас нам осталось лишь пришить вот эти липучки к разноцветным вот этим деталькам. И смотрите, можно сделать в принципе таким образом, чтобы у нас всегда, разделив вот так вот напополам наши липучки, можете сделать, чтобы всегда у вас сверху была такая жесткая сторона, а снизу другой стороны липкая. То есть вот это вот, как сказать, щеточкообразная и вот эта вот
мочалочка, скажем. Я даже не знаю, как это объяснить, честно говоря, сторона. В общем, делайте так, чтобы по направлению у вас с одной стороны, допустим, вот вверх, одной, второй, третьей, четвертой, была только жесткая сторона липучки, а низ только мягкая сторона. То есть для того, чтобы ребенку было удобно прикреплять именно не кверх ногами, а именно вот как вы сделали, чтобы у вас определитесь, вот эта верхушка будет или вот эта. У меня вот эта сторона верхушка, то есть мне нравится вот так. Вот, вы уже смотрите на свое усмотрение. Опять же, о чем я говорила, мне чем нравятся липучки больше, чем конусы. Тем, что вот, допустим, ребенок хочет к розовенькой прикрепить красную, и это вполне возможно. Точно так же зеленую после розовой, в своем любом направлении, которым он захочет. В общем, я надеюсь, что вам осталось все понятно. Обычными такими наметочными швами прикрепляете, желательно лучше пришиваете именно вот эти кружочки для того, чтобы они держались, так как ребенок любит дергать, рвать. Вот, поэтому присоединяйте, собираете пирамидку, и я надеюсь, что у вас все получилось и понравилось. Конечно же, комментируйте обязательно, кому понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал, будет много чего интересного, нового. Хорошего вам настроения, пока-пока!